Всем привет! Сегодня у нас будет обзор новых скинов. Я их назвал «Аля, давай поженимся», потому что просто я уже не знаю, куда катится игра с выходом вот такого вот героя. Это вообще жопа. Скины, непонятно, куда их припнуть. Ну, давайте посмотрим. Так, первый скин у нас скин на стрелка. Уже у нас не стрелок классика, а стрелок принцесса стрелок. Ну, вот такой вот скин, плюс 400 к атаке и 10 тысяч жизни. Побежали, посмотрим, что у нас поменялось. Ну, бегает девочка в платье, точно так же, как и раньше стреляет. Особо каких-то изменений я не вижу. Но у нас пытается Бигфут убить. Интересно, кто? Кто кого, Бигфут или стрелок? Ну, вертолетики заряжают его. Нормально он так себя хилит. Ну, то есть, как видите, изменений каких-то особо нет. Добавилось 10 тысяч жизней, это не так уж и много. Ну, в атаке добавилось 500. Но чтобы было что-то интересного, пока нет. Точно так же стреляет, бьет. То есть, все как обычно. Даже урон там особо не поменялся. Это будет незаметно. Так, хорошо. Первый скин мы рассмотрели. Смотрим второй скин. Призрачный всадник. Призрачный всадник классика. Призрачный всадник, сказочный рыцарь. Ну, он уже на лошадке с цветами, но просто красавчик. Не знаю, правда, кому он будет подкатывать, скорее всего, к стрелку. Плюс 400 атаки, тоже плюс 10 тысяч жизни. Побежали, посмотрим, что там наша лошадка сможет сделать. Ну, ничего себе. Смотрите, какой четкий просто герой. Просто я этого ожидал от IGG. Именно лошадку в игре. Ее очень не хватало. Коняшка просто зачет. Да ты что, смотрите, как он бьет. Прям копьем бьет. Опа. Сейчас будет фокус-покус. Ну-ка, будет фокус-покус. Не успели. Хотел вам показать чит. Называется. Как сделать с одной лошадки две лошадки? Ну, бьет. Тут хотя бы мечом каким-то бьет. Не знаю, рапира. Давай, Некрос, ушатай его. Ну, вот так вот. Не дожил он до свадьбы. Ну, давай, я хочу две конячки. Может, тут у нас сейчас будет две. Вот вам Фрея опять.
Ну, давай, 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 еще чуть-чуть. Не дает. Да что ж такое? Вот теперь, ребята, их два. У нас два жениха. Это называется, ну, кто поймет, в два ствола просто. Просто жесть. Давайте сейчас их просто поведем, не знаю, в какой-то ЗАГС кому-то заведем. Побежали. Сейчас они просто нагнут вдвоем. Но это не точно. Просто не знаю. Куда, к чему эти два скина были, добавьте просто там, не знаю, сделайте уже что-то, хоть какое-то изменение, просто обычное, и добавьте просто статы. Но к чему здесь свадебный мотив и стрелок с призрачным всадником, не знаю, День Святого Валентина, но к чему свадьба? И то ли я не такой романтик, то ли я чего-то не понимаю. Ну, смотрите, как они. Она бегает с этими с орнитоптерами, он в две лошадки, короче, все как положено. Просто бегают, нагибают всех. Вот так, Рино нагнули, Бигфута. Ну, не, тут вас и похоронили. А не, лошадка еще жива, ничего себе. Да вы что, смотрите, что он делает. Просто жестик. Да. Еще к этой атмосфере надо добавить новый фон. И можно чувствовать себя, не знаю, там, 10-12-летней девочкой, у которой в игре все сложилось. Вот так вот. Ну, просто топчик. Ну, что еще надо, ребят? Просто вот свадьба. Я не знаю. Но это просто жестко очень все. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам такие обновления в битве замков, как вам вчерашнее выбивание Фреи. Вчера мы немножко поугарали хорошо. Все, всем пока.